Отложив тетради с нотами и музыкальные инструменты, студенты музучилища играют весеннюю симфонию чистоты. В едином порыве пианисты и музыканты на народных инструментах проходятся бойким маршем по мусору и грязи. Чуткие музыкальные пальцы улавливают самую мельчайшую фальшь на улицах старого города. Ну, в основном это окурки, а так и это и какие-то бумажки, билеты с транспорта. Объявления. Мелочь, да? Бутылки. Да, бутылки какие-то, это упаковки от всяких снеков. Раз-два взяли, три-четыре убрали. Ради порядка в городе студенты пожертвовали уроком физкультуры. Во время субботника качаются руки, ноги. Мы дышим свежим воздухом, и это лучше, чем физкультура. Студенты грязи не боятся, но работают исключительно в перчатках. Стараются сберечь самые для них ценные – свои руки. Наше учебное заведение готовит педагогов, музыкантов, исполнителей, играющих на различных инструментах и поющих. У нас очень много, 8 отделений различных. Вот, поэтому для всех, для наших студентов, руки – это самый главный, важный инструмент. Улицу очистили, головы проветрили, вдохновение получили. В будущем обещали сыграть еще не одну симфонию чистоты. Марина Матвеевна, Сергей Баскин. События.